All right, so Jonah has turned to the Lord. He has repented. Итак, он обратился к Богу, он покаялся. And the Lord has rescued him. А и Бог избавил его от смерти. And now God will deliver Jonah up onto the land. И теперь Бог снова посылает Иону. А, и теперь Бог делает так, что Иона оказывается на суше. As the Bible says, the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah up onto the dry land. И как написано в Библии, и сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. 11 стих 2 главы. Да. Вы говорите, что Иона прообраз израильского народа. В данной ситуации израильский народ покаялся. Well, when you say that, Jonah is a symbol of the nation of Israel, yes. Does the nation of Israel repent in this situation, like Jonah did? Let's continue on with the book, and we'll see. Давайте мы с вами продолжим изучать книгу, рассматривать книгу, и тогда увидим. Вопрос прекрасный. Okay. The word of the Lord came to Jonah a second time. И было слово Господне к Ионе вторично. Так начинается третья глава. I love that one verse. Мне очень нравится этот стих. Because that is God saying to his people, I don't quit on you. Потому что это его можно прочесть примерно так. Бог говорит народу, я не собираюсь ставить на тебе крест. Just because I have failed doesn't mean God stops giving me opportunities. Если я оказываюсь в какой-то ситуации несостоятельным, это не значит, что Бог прекращает давать мне новые возможности. And if you fail, and if you someday run away from what God wants you to do, He won't give up on you either. То же самое можно сказать и обо мне, и обо всех вас. Если вы оказываетесь несостоятельным, если вы не выполняете поручение Божие, бежите от Него, это не значит, что Бог поставит на вас крест, но Он даст вам новые возможности. We can think of people throughout Scripture who sinned against God and then God brought them back to himself. В Писании мы находим множество примеров тех людей, которые грешили против Бога, но Бог возвращал их к себе. Like John Mark. Например, Иоанн Марк. Who abandoned Barnabas and Saul on the first missionary journey. Который оставил Варнаву и Савла во время первого миссионерского путешествия. And then, after a period of years, he became very fruitful, very effective in ministry again. Но потом через какое-то время он снова стал приносить обильный плод во славу Божию в своем служении. Or that great statement in the book of Judges. Или, например, в книге Судей. About Samson, the hair of his head began to grow again. Вот это прекрасное утверждение, что у него снова стали отрастать волосы. Just because we have failed doesn't mean God's through us. И это еще одно подтверждение того, что если мы с вами делаем что-то не так, оказываемся несостоятельными, то Бог не отворачивается от нас и не выбрасывает нас за ненадобностью. And Jonah has failed, but God's not through with him. То же самое относится и к Ионе. Ион не согрешил против Бога, но Бог оставался с ним. And he gives Jonah the same commission he gave in chapter 1 again. И здесь он снова 3. Вторично дает Ионе то же самое поручение, которое давал ему в первой главе. Now he was still near the sea, obviously, when he was recommissioned. Когда рыба извергла его, он все равно находился где-то близ моря. Это понятно. And the route that Jonah has taken is a rather circuitous route. И вот тот путь, который проделывает Иона, is rather what? Roundabout. Это достаточно такой продолжительный путь, непрямой путь. He was out on the Mediterranean Sea. Вот смотрите, он на побережье Средиземного моря. Thrown overboard. Вот здесь его, сначала он в Средиземном море, здесь его бросают за борт. Swallowed by the whale. Его поглощает рыба. The whale swam back. Дальше рыба приближается к берегу, достигает берега, извергает его на берег моря. И теперь перед Ионой простирается длинный, долгий путь. Ему предстоит совершить этот путь. Практически 700 миль путь, который лежал до города Ниневия. И здесь говорится, что он встал и пошел в Ниневию. And the Bible says that Nineveh was a 3 days walk, a very great city. И в Библии говорится, что это был очень большой город, a 3 days walk around. Most commentaries believe that means it took 3 days to walk around the perimeter of the city.
что это был большой город, и что Иона проделывал путь продолжительностью в 3 дня. Многие комментаторы говорят о том, толкователи говорят о том, что это город был настолько большой, что по периметру, чтобы его обойти, нужно было 3 дня. So how many kilometers can you walk in a day? А сколько километров в день вы реально можете пройти? 10. 10. Да. Ну, 15. Больше. Кто больше? So, however many days, kilometers you can walk in a day, 3 of those days together, and you're walking around the whole city. Можно пройти 100. То есть вот представляете, представьте себе, сколько километров в день вы можете пройти реально, а теперь представьте, что вы 3 дня идете, и вот это будет составлять периметр города Ниневия. And Jonah walked right to the heart of the city. Иона вошел в самое сосредоточие, в самое сердце этого города. And he preached the world's shortest sermon. И он сказал одну из самых коротких проповедей, известных миру. And here's the sermon. И вот в чем она состояла. Od Arim Yom V'Nineveh Hefeket. Вот так она звучала, эта проповедь. Od Arim Yom V'Nineveh Hefeket. That's Hebrew. Это древнееврейский язык. In Hebrew, that is 5 words. В древнееврейском языке эта проповедь состояла всего из 5 слов. Can you imagine going to church and hearing a 5-word sermon? Представляете, вы приходите на служение в церкви, а там проповедь состоит из 5 слов. Well, that's the sermon that Jonah preached in the city of Nineveh. Вот именно эту проповедь и говорил Иона в городе Ниневия. 40 days and Nineveh will be overthrown. Через 40 дней с Ниневией Бог покончит. Может, это тезис такой был? Maybe it was a thesis or something, some kind of shortened version of it or something. Could be. Да, возможно. But when we think about how much Jonah hated the Ninevites, но если мы с вами представим, насколько Иона ненавидел ниневитян, I'm tempted to believe that this is actually the sermon. То, вы знаете, у меня есть такое искушение полагать, что вот в этом и состояла вся проповедь. Это был как бы не тезис, а как бы вот вся проповедь и была. Мне кажется, ему просто по какому-то своему внутреннему протесту не хотелось давать им больше информации, ничего им больше говорить не хотелось. Now, what would Jonah have seen as he walked through the streets of Nineveh? А что бы Иона увидел, если бы он прошелся по улицам города Ниневия? Архитектуру прекрасную, да, строения какие-то. Искусство, культуру и так далее. And he probably would have seen the violence. И, наверное, насилие, да? Maybe gangs of young people on street corners. Может быть, сборище толпы молодых людей на углу улиц. Prostitutes. Блудниц, например, которые стояли там по улицам, вдоль улиц. And while he's looking at all of this, и вот он идет, и вот смотрите, preaching. Смотрит на все это, он проповедует. Проповедует свое короткое слово. And then, miracle of miracles, verse 5. И в 5 стихе мы читаем о чуде из чудес. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Некоторые люди полагают, что вот то обстоятельство, что Иону проглотила большая рыба, кит или там какое-то другое морское чудовище, это самое большое чудо во всей книге. Но я бы сказала, что это не самое большое чудо. Вот оно, в 5 стихе, самое большое чудо. От большого из них до малого все поверили Богу. The king, Shalmaneser. Царь Салманасар. He stood up, he tore his garments, he took his garments off of himself. И даже сам царь встал и разодрал одежды свои. He demonstrated. Он снял с себя одежды свои, царское облачение свое, тем самым продемонстрировал смирение. Covered himself with ashes. И оделся во вретище и сел на пепле. And then the king gave command to everybody living in the city of Nineveh. И дальше он дает повеление всем так поступать в городе Ниневии. And he proclaimed a fast for everyone, including the animals. И он провозгласил пост для всех, включая животных. Because the animals would have died in the destruction if God sent it. So the animals will take part in the fast in order to forestall. Поэтому, если Бог решит разрушить Ниневию, то Он умертвит и всех животных. Поэтому и животным должно поститься, принимать участие вот в этом событии. Now you'll notice that they repent of the sins of which they are guilty.
Обратите внимание, что они каялись в грехах, в которых были повинны. Violence was the national pastime of Nineveh. Насилие было таким традиционным грехом Ниневии. So they repent of their violence. И они каялись в насилии. And then they have this hope. И затем они обрели надежду. Verse 9. В 9 стихе. Who knows? Maybe God will relent. Вот смотрите, в 8 стихе они каются в насилии от злого пути своего, от насилия рук своих. А в 9 стихе обретают надежду. Во всяком случае, искорку. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится. Now, Jonah hadn't said anything about God's mercy. Бог ничего не говорил о милости Божьей. All he had said was, Nineveh will be destroyed. Единственное, что он говорил, еще 40 дней Ниневия будет разрушена. But the king and all the people are holding out hope for God's mercy. Но царь и все люди в Ниневии надеются на милость Божию. Может быть, еще Бог умилосердится. Now, what will God do? Как поступит Бог? Now, I wish we could all hear this story as if we'd never heard it before. Как мне хотелось бы, чтобы мы сейчас слушали эту историю, как будто мы ее ни разу с вами не слышали. So, listen to verse 10 as if you've never ever heard. Давайте попробуем прочитать 10 стих так, как будто вы его никогда не читали. Would someone read chapter 3, verse 10? 3 глава, 10 стих. Прочтите кто-нибудь вслух, пожалуйста. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Слава Богу! Слава Богу! Tremendous miracle. The people have turned to the Lord. God has forgiven them. The destruction will not come. Удивительное чудо. Люди были повинны, они покаялись при этом в своих грехах, Бог умилосердился, простил их и отвел наказание. And what this tells us is that God does not delight in the death of the wicked. О чем это нам говорит? Что Богу не угодно, чтобы злые люди погибли. He delights in the repentance of the wicked. Наоборот, он хочет, чтобы все пришли к покаянию. And what was a prophecy from Jonah? А в чем состояло пророчество Ионы? As soon as they repented, became a warning. It was an invitation to repent. Okay. Now that would be a great place to end the book. На этом можно было бы вполне закончить книгу. If you and I were writing this book, this is where I would just close it up and say, that's all. Если бы мы с вами писали эту книгу, наверное, мы поставили на этом месте бы точку и сказали, ну вот и все. And that would have been a nice way, nice happy ending to the story. И, наверное, это был такой своего рода happy end, такой прекрасной истории. And they lived happily ever after. И они жили счастливо с того времени. И они жили долго и счастливо. Недолго. Так заканчиваются обычно сказки. But if that's where the story had ended, it would not have been an effective message to Israel. Но если бы на этом закончилась вся история, это вряд ли можно было бы назвать действенным посланием к самому народу израильскому. Here's where we get to know Jonah even better. В следующей главе мы узнаем Иону еще лучше. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.